знаете, зимняя пауза в чемпионате не распространяется на Рубин ТВ. И пока наша команда набирает кондиции на испанских сборах, мы собрали для вас 10 лучших, по нашему мнению, голов первой части чемпионата. Нижнекамск «Нефтехим» совместно с футбольным клубом «Рубин» предлагает именно вам выбрать самый лучший гол. Поехали! Вперед Набиуллин, проходит двоих, он уже в штрафной! Удар! И счет становится 3-2! Один все сделал, сейчас Эльмир Набиуллин. Удивительно. Забор за Набиуллиным, подача, удар и гол! Максим Канунников! В чемпионате России каждый раз просто хочется выпрыгнуть из комментаторской позиции и выбежать на поле, потому что это удивительная красота. Опасный удар! Канунников забивает таки ответный гол. Да, вот так вот рано я начал подводить итоги. Удар Рубина Ручины слева, и несмотря на все старания Лунева, вытащить этот мяч из угла ворот ему не удается. 2-0. Вперед, выход 1-1, может быть организован удар, гол! Смотрите, на каком вдохновении сейчас действует Рубин, на каком кураже он вперед. Штрафной мяч доходит до Жонатаса. Тот обрабатывает его одним касанием, а вторым укладывает в угол. «Нефтехим» совместно с футбольным клубом «Рубин» представили вам 10 самых запоминающихся голов первой части чемпионата. А победителя этой гонки выбираете вы. Свой голос вы можете оставить в официальном сообществе «Рубина» ВКонтакте. Внимание, голосование началось! Take it from me.